Барон Мюнхгаузен приземлился в Кремле, как новый Матиус Руст. Его продолбали все ПВО под пиво и чипсовый хруст. Барон обоссал колесо самолета, плюнул и закурил. Он огляделся по сторонам, но не понял, куда угодил. В этот миг Владимир Владимирович работал над документами, в то время как большая часть страны ужинала экскрементами. Саддам Хусейн смотрел телевизор в новом доме на Рублевском шоссе. Он наблюдал свои собственные похороны, посасывая куфы глиссе. Барон позвонил Богу на сотовый, но тот его отключил. Мюнхгаузен понял, что событий не будет, и как-то весь загрустил. Долго вокруг мавзолея, переделанного под казино. В карманах не было ни рубля, и барон отточило зло. Он снял деревянный башмак и кинул. Витрина цела, а башка пополам. И что же это за гребаный мир, когда ты даже не нужен ментам? А с неба падал ласковый снег, и кривлялась сучка луна. Барон показал ей свой вялый хер и понял, что сходит с ума. Москва, 2005 год, влагалище пустоты. На Красной площади плачет барон, утратив шальные мечты. Москва, 2005 год. Эй! Москва, 2005 год.